Перевозку пассажиров по Десногорску и его пригороду осуществляет народное предприятие «Автотранс». В связи с трудным финансовым положением, которое сложилось в организации, обеспокоенные десногорцы стали обращаться в администрацию города за разъяснениями по перевозке пассажиров. Ведь не за горами весна, а на дачные участки большинство горожан добираются на автобусах. Чтобы развеять слухи и домыслы, мы можем пояснить следующее. Да, наше предприятие в настоящее время находится в тяжелейшем, труднейшем финансовом положении. Совместно с администрацией города Десногорска, департаментом транспорта Смоленской области, мы ищем пути выхода из сложившейся ситуации. В настоящее время перевозка пассажиров осуществляется по утвержденному зимнему расписанию. В связи с неустойчивыми погодными условиями, затянувшейся весной, введение в действие летнего расписания автобусов будет осуществляться, исходя из погодных условий. Введение летнего расписания, естественно, объявляется в средствах массовой информации, объявления даются, и пока в настоящее время волноваться о перевозках на городских муниципальных маршрутах, я думаю, пока не стоит. С 27 марта мы начинаем продажу проездных билетов. И движение автобусов по данным маршрутам пока будет происходить по утвержденному расписанию. В случае изменения в режиме работы ЗАО РНП «Автотранс» информация будет предоставлена дополнительно на информационных стендах и в десногорских средствах массовой информации.